Всем привет! Сегодня будем разбираться с фильмами ужасов. Мы попытаемся сделать несколько самых ходовых саунд-эффектов, которые используются в таких фильмах, а именно делать какие-то свои интересные звучки и их вставить в трейлер. Трейлер будем озвучивать вот этот. Целиком показывать не буду, потому что могут забанить, заблокировать. И фильм называется «Оленьи рога», ссылочка будет под видео. Можете посмотреть целиком этот трейлер. Вот. Вообще, для начала, мне кажется, надо понять вообще, какие частые приемы используют в таких фильмах. Я знаю, что очень любят эффект одной нотки. Очень любят скримеры. И очень любят всякие разные импакты использовать, то есть неожиданные. И часто я замечаю, что используют всякие оркестровые приемы, то есть с помощью скрипок, с помощью клавиш расстроенных. Очень часто подчеркивают различные такие страшные моменты. С этим мы тоже попробуем разобраться, и я покажу вам некоторые библиотеки, которые я использую как раз в таких вот подобных задачах. Но чтобы у нас были такие подобные похожие звуки, я отправился в несколько локаций, и сейчас я покажу, как это было. Что внутри кто-то живет? Внутри? Нет, в смысле, там паучки, тараканчики. Нет, не Про вторую локацию стоит сказать, что это заброшка, заброшенная стоянка, куда я купил старый-старый баян каких-то советских годов. Он был наполовину нерабочий, нашел я его на барахолке, буквально за 500 рублей купил. И мне хотелось сделать какие-то музыкальные звучки с естественным ревером. Ну и, соответственно, смотрите, что было дальше.
кстати, я себе сохранил вот такую вот штуку, оставшуюся с похода. Я не знаю зачем, но мне кажется, с нее что-то сыпется. Ее можно записать и получить классный звук. Потому что она очень классно дребезжит. Это как, знаете, старые в мультиках так озвучивали «Дождь». Теперь, короче, отправляемся в проект, начинаем озвучивать наш трейлер, хоррор-трейлер. Посмотрим, что с этими, во-первых, звуками можно сделать. Ну и досмотрите это видео до конца, я покажу, какие звуки получились вообще в целом для библиотеки. Библиотеку я прикреплю, как обычно, внизу под этим видео. И от вас, конечно, требуется лайк и комментарий, потому что алгоритмы YouTube, к сожалению, продвигают видео только за счет комментариев и лайков. Вот такие вот истории. И поэтому без вас никуда. В общем, вкратце, если сразу проанализировать проект, закинули, да, мы должны разделить нашу работу на создание атмосферы, а она у нас здесь присутствует как в начале, всякий, да, эмбиенс такой вот интересненький, природка, потом фоули звуки, это уже SFX-ы, фоули это всякие защелочки. Вот кинул труп гуся или кто там, енот. В данном случае у нас еще, вот как я сказал, есть ритм, да, из всяких звучков. И она, скорее всего, ключевая. То есть нам еще нужно понять, что вообще, в каком стиле мы будем делать. Если, конечно, мы делали это с нуля, то, скорее всего, я бы сначала понял, что нам вообще важно показать в трейлере. Скорее всего, я бы начал с каких-то самых сочных моментов. Делать SFX и потом уже дополнял всякими фоули, потому что здесь, по сути, не обязательно прям делать на каждый кадр. То есть здесь выборочно саунд-дизайнер, звукорежиссер делает акцентные какие-то вот эти фоули, звуки в такт, в ритм музычки, да. Накидал пока что несколько дрон-текстур таких, которые я сделал из наших с вами сэмплов. Очень, на самом деле, много мусора пришлось чистить, приходится чистить потихонечку. Изотопы Рикса, Д-клики вешать. Вот, допустим, простецкая такая райс. Я сделал простецкий райс из... реверснул и сделал... такой вот разик. То есть это просто вот этот бью, перевернутый. Вот он, вот этот наш с вами пил. Офигенский прям звучок, мне очень нравится. У него такой сустейн классный. Вот, я его перевернул. Накидал немножечко пока под ритм. Сэмплы, вот. Допустим, райзы вот такие получились. Дрон текстуры, сейчас покажу тоже, как сделал. Такой сабовый, прикольный. Потом вот такие две саб текстуры тоже из этих сэмплов. То есть пока я решил раскидать акценты из тех сэмплов, которые мы записали, съездили. Потом, что еще? Вот такую атмосферку сделал. Вот, это у нас даже вот фиговая такая запись. Столба. Ветер, то есть все подряд, но для атмосферы нам этого достаточно. Вешаем там The Crackle, Space Designer, Limiter. С помощью Warped эффекта дилея получаем различные дроновые текстуры, фактуры,
который можно использовать под любую задачу. В основном под хоррор делают всякие такие штуки. Вот. Ну, здесь все просто. Здесь, конечно, я не буду сейчас записывать что-то прям суперское такое, там, кричать. Мы подберем просто из Soundly какой-нибудь скример. Но мы сделаем это хитро, то есть по саунд-дизайнерски. Metal. Я прям слышу какой-то скрежет колес. Metal creak, там, squeak. То есть скрипы возьмем, самые мерзкие звуки. Может быть, вмешаем какой-то, подмешаем звук, там, не знаю, свиней. Сейчас посмотрим. Ищем трейнскуяк. О, вот этот интересный звучок. То есть нам нужно сделать эффект неожиданности. Нужен импакт какой-то, нужен скрежет. Тоже добавим, как сап. Сейчас пока просто накидываем лейеринг, делаем. Нам нужно создать мерзкий вот этот вот импакт скрежетающий. Вот неплохой скример получили. Еще нам нужно атаки на резкий. У нас должна быть резкая атака. Мы возьмем какой-то импакт, который мы записали. Ну как импакт, просто удар, который я записал, да, пока мы ходили по полям. Так, нужно только найти. Ну крутой. Можно и вот этот добавить как раз. Сразу все интересно как-то. Нужно, конечно, залимитировать. Теперь смотрим вместе. Вот, отлично. Потом дальше идет у нас ритм-секция из наших сэмплов. Я раскидал, тут поделил. Бэкграунд, опять же, с ревером наш мусор, который, как ни странно, очень пригождается. Вот оригинал, подключаю микрофончики. Что-то ковыряю, что плохо записалось, скажем так. Вот оригинальный саунд. А когда мы вешаем элементарно простой ревер... Короче, на бэкграунде это отлично звучит. Да, кстати, продублировал пивонинкой. Контактовская библиотечка. The Giant. Да, и, кстати, здесь, вот, да, ну, почти практически в любой оркестровой, в большинстве, есть синематик всякие. Библа, про которую рассказывал. Вот с такими всякими стандартными приемами. Но также сейчас библиотеки, которые я хотел показать, от той же, к примеру, тех же Spitfire, взять какую-нибудь Brass High, по-моему. Вот, есть у них категория FX. Которые создают классные звучания всякое. Всякие расстроенные нотки и тому подобное. Если взять, допустим, бас low, и у них в каждой
библиотечке есть всякие разные как раз такие фиксы синематик. В основном это хоррор. Ну, наверное, отдельный видос, если интересно будет. Я сделаю отдельный видос по библам. Очень нагнетающий таким. Давайте еще какой-нибудь покажу. Короче, очень страшно. Фоули. А самое, короче, замороченное, это именно, да, вот подобрать все нужные фактуры. Допустим, щеколду. Я сделал вообще из 4 слоев. Вот. А потом дверь. Вот такие сложные всякие фактуры, чтобы это реалистично было. И вообще из 4. Тут у нас получается немножко фоули. Раз такая металлическая. С щеколдой и деревянный обычный хлопок. И то есть, когда 3 звучит, 4 дорожки, это уже более реалистично, более плотнее и мощнее, интереснее звучит, нежели мы поставим какой-то один звучок. Это и есть такие некие приемы саунд-дизайна, скажем так. Хотя, вроде как фоули простые, но, тем не менее, даже вот в таких задачках нужно стараться сделать все сочнее, вкуснее, красочнее. Так, поехали дальше. Так, дальше я доделаю всю атмосферку и фоули, что, в принципе, я и делаю. Сначала я накидал ритм-секцию, дальше вторая у нас часть, которая усиленная. Вот с этого момента. Здесь меняется рисунок. И здесь, соответственно, больше вот этих вот звучков акцентных. Так, для этого момента, где он дает ему покушать и рык, я возьму из своей библиотеки какой-нибудь сэмплик подберем. Монстры. Да вот, наверное, этот. И вставим. Эту библиотеку, кстати, я скоро добавлю тоже себе в группу ВКонтакте, поэтому, кто не подписан, обязательно в паблик подписывайтесь, там веду блог, рассказываю всякие штуки. Звучки, соответственно, я накидал из наших, из нашего саунда, который мы записали, с помощью гармошки, лодки, то есть вот ключевые, такие, ключевой саунд. Он состоит из вот такого звука лодки, который был до этого. Дальше я заметил, что если его растянуть, вот этот звук, у него появляется более такой характерный тональный саунд. Ну вот, к примеру, взять его, да. Звучит он так сабово. А если мы его растягиваем, получается такой прикольный звук. Вот. Дальше. Дальше я использовал всякие импакты, грубо говоря, из гармошки. Стуки всякие, такие мусорные, оригинальные, вот так. Понизил, закомпрессил. Их ревер накинул. Такие, такой. Тоже питчи. Вот гармошка, гармошковый райс. На моменте, вот когда появляется все. Тоже он у нас просто растянут. И Валхалла с питчем. Потом далее. Далее крутой вот этот саунд.
Он такой грязный, тоже смычком, когда по металлу водил, получился такой сэмпл. И если его обработать, получается классный сэмпл. Так, поехали дальше. Ну, в общем-то и все. Продублировал вот этот наш ритм-секцию, конечно же, контактом. Ну, она известная, Action Strikes называется. Вот, получился такая ритм-секция. Вместе это вот так звучит. Ну, в общем, эпичненько, с развитием. То есть сначала у нас легенький такой, да, получается рисунок. Дальше все больше и больше нарастает. Задача главная сделать фоули, подчеркнуть акцентами вот в этом в ключевом развитии, грубо говоря. Это занимает больше всего времени. Конечно, бегать, записывать сейчас все это очень долго. Моя задача была сделать какие-то прикольные импакты, сэмплы страшные, да. Мне было интересно это реализовывать. Вот. А фоули я беру, конечно, из Soundly, и этого достаточно. В общем, в фоуле получилось очень много всяких разных интересных. Вот, но главное, чтобы они работали в ритм, в такт с нашей чудесной перкуссией. Короче, здесь вот у нас финальный кадр, где появляется вот этот красавчик. Я его назвал Ержан. А вот. А в конце титры, субтитры, титры. Уже накидал костяшек. Костяшки делаются с помощью виджетейблов, палок, веток. Я не писал, конечно же, можно было заморочиться, угарнуть там, сельдерей поломать, но так быстрее. В конце, короче, пригодилась наша гармонь опять. Растянутая компрессор Pitch и Space Designer. Вот, ну и тут тоже стартовые, которые сабы я показывал в начале. Всякие. Но здесь что мы сделаем? Мы накинем. Костей накинули. Отлично, хватит. Теперь накинем каких-нибудь Pig Squeal. Так, супер. Поищем еще что-нибудь. Добавим еще моего какого-нибудь сэмпла. И еще один. Не хватает скрима. Скрим мы делали, помните, с помощью звуков рельс в начале. И мы это то же самое сделаем, просто продублируем, где у нас... Не, наверное, надо усилить, удлинить вот этот сэмпл.
Ну, я думаю, хватит. Пора смотреть результат. Короче, ребятки, на ролик я убил очень много времени, на самом деле, где-то месяц. А если вернуться еще дальше, то, наверное, в марте я только начал писать материал для вот этого ролика, то есть хотел записать звуки, то есть подводная лодка, баян, в общем, короче, идей очень много, но для реализации, соответственно, нужна мотивация. Поэтому от вас обязательно комментарий, подписка, и тогда я буду понимать, что я делаю все не зря. Но в любом случае обещаю, что ролики будут, поэтому смотрите финальный результат. И, как уже сказал, библиотека с монстрами будет внизу под видео. И по желанию, если захотите, я в группе ВКонтакте выложу по слоям данный проект, если кому интересно. Все, всем пока, с вами был Антон Бустер, до новых встреч.